Сейчас мы находимся в отеле Аквапарк. Посмотрите, уже сезон открылся, здесь много гостей. Все купаются. Вот эта детская площадка, видите? Здесь рядом вот для детей тоже игровая площадка. Посмотрите, территория вся зеленая. Вот эти коттеджи. Цена точно не знаю, но на двоих, кажется, 80 манат. Да, можете вот обращаться в ресепшн Нобханэ отель Аквапарк. Там нам точно скажут. Вот красивые ресторанчики, видите, то есть здесь с сервисом неплохо. Любую еду, от фастфудов до национальной кухни, все можете покушать. Да, вот такие территории. Сейчас я вам снимаю, посмотрите. Здесь всякие коктейли делают. Вот детям тут для катания. Это детское. Вот здесь, видите, ведро вот пролилось. Специально для любителей ведра рекламирую вам. Советую посетить. Вот там тоже коттеджики наверху, если видно вам от солнца. Музыка постоянно, здесь весело. Гости иранцы, в основном русский контингент, местные жители. То есть уже отдых идет по полной программе. Горочки вот здесь, с этой стороны. Там тоже наверху, опять же, коттеджи. Горка вот большая есть. Ну, территория большая, нужно еще вперед не пройти. Вон туда. Вот там тоже еще есть бассейнчики. То есть вот так. Пока на этом все, пока снимаю. Потому что мне нужно еще приглядеть за детьми. А то они там одни, детские площадки. Так что можете приходить или зайти на сайт отеля и посмотреть, ознакомиться более ближе с деталями, которые вас интересуют. Ну, я буду по мере возможности снимать и выкладывать вам на YouTube, что могу. До встречи, подписывайтесь на наш канал, будут интересные видео. Постараемся, чтобы было вам тоже интересно, не скучайте. Пока!